тобой тяжело, без тебя тяжело, но пора нам расстаться и расставить над «и». Думала, повезло, но как будто назло, и настала пора от тебя уходить. Я хочу навсегда позабыть это чувство, но, похоже, прощаться — это тоже искусство. Готовлю оладушки из кабачков. Кабачки натерла, ввела одно яйцо, ложку муки, кабачочек небольшой, соль, перчик и поехали. Обжариваю буквально минутки по три, наверное, с двух сторон. С этой. И причем жарить нужно быстро, поэтому большую массу не замешиваю, потому что кабачок дает сок, потом будет жарить сложнее. Приготовила оладушки с кабачком. Обалденная вкусняшка, обалденная. Кабачок, мука, яйцо, соль. Все перемешиваете и сразу бегом-бегом жарите, иначе кабачок пускает сок.